нашем конкурсе нет проигравших и выигравших. Здесь система судейства такова, что судьи выставляют оценки, и по количеству набранных баллов вы получаете лауреата первой, второй или третьей степени. Сегодня наш спонсор «Вдохновение». Он всем предоставит разные вкусные сладости. Я хотела бы отметить, что самым талантливым исполнителем, который сегодня себя проявит, будет дана поддержка на радиостанциях, интернет-порталах, печатных СМИ, а также предоставлена возможность записать музыкальный трек в одной из лучших студий Европы, конечно же, здесь, в продюсерском центре. Все было прекрасно, звучало все хорошо. Немножко, как продюсер, могу сказать, что подвело немножко скованность на сцене. And I like it very much how she started, very very deep, and it gave me too much emotions. But then I didn't get any more such emotion as in the beginning. Возвращайся, возвращайся, от обугленной границы. Не могу я в белом платье со своей виной кружить за белое платье. Белел напрасно. Краски смешались в горящей долине. То, что Шведова поет все очень особенно. Мне кажется, что тебе надо подумать в этой песне, если она тебе нравится, действительно, как творческому человеку, а что ты там можешь накопать, вот лично своих интонаций. Чуть-чуть обломало вот в конце, когда ты выходила на громкие ноты, и вот здесь у тебя немножко рисковатые переходы получились, их все-таки надо смягчать, и надо учиться в одном тесситурном регистре петь и стараться, чтобы балансировать очень тонко. Я не был готов увидеть здесь настоящие, так сказать, таланты, настоящие, вернее, исполнители, таких уже сложившихся. Когда ты начинаешь петь, вот эти все фиоритуры, вот эти вот, они должны быть маркатированные, то есть марката. А у тебя они залигованные, и поэтому часто ты не успеваешь отработать чистые ноты. В рок-группу тебе какой-нибудь можно смело конкретно, потому что у тебя роковая есть экспрессия. Что вот стиль, который был нам сейчас показан, время этого стиля уже ушло. И нужно что-то поискать более современное, более приемлемое.
I just needed such a feeling for Give One More, but I didn't get. So, but she's perfect, technique, perfect, beautiful voice. Все отлично, все отлично. Сохранение этого стиля, этих традиций этого стиля. Очень приятно слышать. Большая певица приветствует.